Всем привет, с вами Ольга. Сегодня будем готовить салат с куриной копченой грудки. Салат готовится очень просто и быстро, получается невероятно вкусным. Также этот рецепт подойдет, если неожиданно нагрянули гости и нечем угощать. Все ингредиенты и описание рецепта также вы найдете под видео. Давайте готовить. Хорошо моем зелень, овощи. Лист салата нарезаем непроизвольно, режем мелко кинзу. Помидорки черри режем на 4 части. Нарезаем крупной толстой соломкой куриную грудку. Все смешиваем. Добавляем тертый сыр пармезан. Перемешиваем в сухом виде. Заправляем майонезом, либо сметаной. Тут уже на любителя. Все хорошо перемешиваем. И салат готов. Подавать будем с брынзой. Брынзу нарезаем ломтиками. И подаем с салатом. Украшаем зеленью. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Не забывайте подписаться, кто еще не подписан. До новых встреч. Готовьте с любовью, живите вкусно.